Ваша фамилия, имя, отчество? Леонид Давидович Невзоров. Число, месяц, год рождения? 1972, 25 июня. Где вы родились? В Сухуми. Гражданином какой страны являетесь? Грузии. На территории Российской Федерации с какого времени находитесь? Мы вчера приехали. А основания на посещение Российской Федерации у вас есть? Ну, я люблю Россию. Понятно. Ранее судимы? Да, погашен. Общий срок в местах лишения свободы? 20 лет. 20 лет? Да. Работаете? Не работаете. Вором в законе являетесь? Уголовное имя? Погонялась. А где здесь проживали, на территории Московского региона? Я только вчера заехал. Я в дороге был все это время. На дороге все это время. Визу для посещения Российской Федерации гражданам Грузии не оформляли для себя? К сожалению, не смог. Не смогли оформить. Сейчас вы находитесь в Тимирязевском суде, и судом будет принято решение или не принято решение о принудительном вашем выдворении с территории Российской Федерации. Это вам понятно? Конечно.